Всем доброго утра, друзья мои. Я спала 12 часов вчера, как отключилась здесь и даже макияж не сняла. Я так, видно, устала. Я вчера вот вечером вообще отключалась, 9 бы заснула. С 10 до 9 я еле проснулась. Боже, как здесь хорошо, какая здесь природа, какой здесь воздух. Это я столько дней по 4 часа спала, и я как прямо... Мой организм так устал, и сейчас я выспалась. Посмотрите, какая красота меня утром встречает. Сейчас уже Баба Джим тоже проснулся, я буду готовить завтрак. А сегодня у меня очень много дел, потому что дом надо весь приводить в порядок. Я набрала сил, сейчас их всех накормлю завтраком. Загружу видео вам, которое еле-еле загрузилось. И буду работать. Сейчас покажу 5 минут, пару минут. Что меня утром встречает здесь? Смотрите, какая красота! Все цветет. Видите, какие цветочки? Разного цвета гвоздички. Их очень много. Вот наша такая летняя беседка. У анемчика даже желтенькая гвоздичка распустилась. Видите, как красиво. Папа Джим пошел, что-то поливает уже. Такие тоже у меня есть. Ой, прелесть. Как много гвоздичек. Видите, поливает сразу. Баба Джим, видимо. Баба Джим, гюнайден, Баба Джим. Насусен, Баба Джим. Бен не гюзель уйдум, не кадарон и кисат уйдум, бен. Чунку бен мерсинда сад дорд беш саджи, ама бурада динлендим беним, вуджуд беним хэп. Эвет, эвет. Негюзелю, бабаджим сулуйор. Вот так начинается наш утро. Бен, шимды башладжам кавалты хазырламак. Я пойду сейчас завтра готовить, видите. Тут начинается утро с утра, мама. А немчик еще спит. Вот тут такие цветочки. Вот у меня на балконе, я вам говорила, как растут листья. Листья. Вот это растение. Очень красивое. Но Анем сказала, что оно у тебя не вырастет в этих в коробках твоих. Потому что оно должно в земле быть. Более глубокие корни. Вот даже срезал, видите. Вот такие семена здесь. Вот. Вот точно я их посадила. Но они, говорят, у тебя не прорастут там. У нее такой разного цвета. И белые есть, и все. Вот розочки, говорят, отцвели здесь. В общем, кукушка. Ку-ку, ку-ку. Яблочки вчера я вот покушала эти. И там еще у них, смотрите, персики. Маленькое дерево. Вот такой вот у нас сад, покажу вам. В основном здесь сейчас помидоры. Помидоры, фасоль у них не получилось. Картошку они уже собрали урожай. А вот это что, не могу понять. А вот видите, фасоль, но она не... Нету фасоли пока. А вот такой же сиреневый цветочек. В общем, все надает настроение. Я пошла готовить завтрак. Сейчас надо собрать постели. Мы тут здесь с Сашкой вам спали. И все надо начинать убирать. Завтрак я приготовила. Сделала быстренько, колбаску нарезала. Сегодня так. Сыр вот такой у них любимый, с плесенью.
Так что вот сейчас я сказала, давайте на полу сядем. Все тут надо убирать. Чайничек такой электрический нашли они. Ну, у них было, они не пользуются, но мы вот открыли. Все, будем кушать. Вот так мы сидим, друзья мои, завтракаем. Анельчика бабадимла. Ашкимла перабе. Ты кадарден мутлую. Куйды, куйды. Так вкусно на полу все, хотя они, на стол хотели меня, а я говорю, нет, бурда из тёру. Вот так анемчик поливает цветочки. Анемчик, бен видеочек юрам анем. Гёстори юрам сенида. Посмотрите. Гёрмио, гёрмио. Видите, как она поливает. Собаху лурмы дьорлар ахшам лязим, гюнеш олмаз сонра. Кайна джаклар, не заман собах, сонра гюнеш ол юр, и кайны юрлар онлары, дейль мы? Проблем йок мы, аным? Дьорлар суламак ахшам лязим. А бабаджим, дырла урода, счастье начала уже стирку. Эндер-то тоже разговаривать начал. Короче, а я здесь дела делаю. Там. Быстро хочу для вас видео загрузить. Тут стирка уже там. Где все. Şu anda aşkım çamaşır seriyor ve ev işleri yapıyor. Bahçemiz bu şekilde. Aşkım ne yazıyorsun? Senin aşkım iş kadın şimdi gelin oldum. Вот так родителям помогаю. А что делать? Все надо успевать. Посмотрите, как чечеклили там красиво моя свекровь сделала. Aşkım biz kutu almak da unuttuk. Kutu? Çiçek kutu. Она, знаете, что сделала? Посмотрите. Гёстер, бу йогуртлар, бу насыл гюзель. Тут тормоз. Тупламыш. Посмотрите, как сделала. Ну, мы ей потом купимся, поменяем. Сура бисала джазги, дегиштере джазгу. А мы вот так вот вешаем. Еще здесь, вербанашка. Как я вам в шарвалах? Очень удобно. И так можно ногу делать, и так садиться. Вот, посмотрите, растирали мы здесь, вот, повесили. Все, сейчас у меня там готовка. У нас сегодня будет мангал на тавук. Насыбул мангал, а я поджаз. Evet. Мангал я поджаз, вене я поджаз. Салат я поджаз, едешь, шимди, вен темизлик вар бираз. Темизлимек лязиму. Сонра, ашким, не я поджаз, сонра. Уюджаз. Burada çok güzel uyuyorum. Здесь очень хорошо я сплю, как убитая, 12 часов. 12 saat aşkım ben uyudum bugün. 12 saat. Çünkü hava çok güzel. Hadi hadi, paka paka, ben gidiyorum. Ну как я вам, Туркханым? Видите? О, да, я... Очки одела, почему? Потому что не вижу. Сейчас это я все вот эту посуду хочу перемыть, чтобы блестела, раствор сделала такой. Bu bizim ekmeğe göstersek mi aşkım? А? Ekmeğe. Sonra göstereceğim. И, в общем, вот все вот это сейчас буду мыть, не заканчиваю. Aşkım покажет вам ekmek. Göster. O annen yaptı ekmek. Göster aşkım. Annem ve arkadaşlarım. Ama niye yemiyoruz biz onu? İstersen yiyebilirsin. Aa, bu lavaş gibi. Вот этот хлеб они делают. Хэп я ач, хэп. Хэп, шимди ачама. Камера бар элимде. Не, джиза я верить. В общем, мой муж aşkım оператор gibi, оператор. Перчатки одела, чтобы свои маникюры не... Потому что здесь хлорка. Ну, хлорка для посуды, хлор для посуды. Булашик и чинг. Сейчас все будет блестеть. И вот здесь будет блестеть, вот здесь все. Более я пиору. Более ты мизлиору. Хэп, хлор, как операционная будет. Амилиад до сара. Улур япмак.
Вот эти стаканчики опускаю и вот так. Мои хорошие. Вы видите, все, все, всю посуду покажи, Ашкин Гюстердер Хэп, ты мизлиор Уорда, все тарелочки, покажи, покажи, Ашкин Гюстердер. Все я, все, как говорится, капитально. А что делать так надо? Все, хлопки. Сен гелин мисин, Ашкин? А? Гелин мисин сен? Эвет, бен гелин. Я невестка. Сегодня не они. Простая женщина. Ашкин, только... Ашкин, у нас... Onun altı da demek ki temizlenecek. Yağ olmuş. Tamam. Belki izleyeceğim. Tabii ki aşkım ya. Tabii ki. Если чистить, то все капитально. Вот так вот. Вот так вот. Все, Ашкин. Потом еще покажу, что буду делать. Ну, сейчас более-менее видно порядок. Старые тарелки я выбросила. Они не нужны. Сейчас уже все более-менее чистенько. Сейчас вот это вот сказала, чтобы забрали. Буду продолжать. Вот что делает Баба Джим. Чай будем пить. Чай. Чай далык, о. Видите. Все вместе делают они. Видите, цветочки она поливает, все, музыку слушают. Мои родители хорошие такие. Аним сен бана шимди кова вер, бен и каджам ону. Насыл бенем Ашким мангал япиор, а? О, Ашким афет. Сен афет. Ашким бурайи пиширди, бак. Шу бөлге хеп пишмиш. Бунлар да аз калды пишир. Бабаджим да орада яп пиширди. Чайда. Шан ве чай. Domates. А немчик кралым насыл ятыр? Ой, ой. Ой, ой. А чик ты на немчик, бак. Нидем булан. Ниде, а. Бак, бакын насыл маса вар бизде. Мен шимди чабук салата япайым. Хади, хади, хади. Салатыя не керек важды, томатис чок шикти, келгенде. Salata yapsın, yapsın, yapsın. Az gibi yap. Az gibi bir şey yap. Вот сейчас я сделаю быстренько салат. У меня так чисто вообще, я не могу. Покажу вам, что я сделала. Прогенералила сырку ванну. Вот сейчас я могу спокойно купаться. Купаться смогу. Так я вам, тетя мыть. Все это завтра за портфель стираю. Вот. Стекло такое, зеркало чистенькое. Все чистенькое. Все чистенькое. Все вот так вот мы с семьей, видите, какие дружные. Они готовят, я убираю. Ну а что делать? Завтра уже вот эти комнаты, занавески, все поснимаю, окна перемою. Самое главное, это кухня чистая, прям приятно. Вот посмотрите, сейчас кое-что еще уберу. А так эти тарелки, скажу, она отсюда выбросила. Ну и вот у нас уже... порядочек. Ну все, пошла я готовить салат. Папа Джин Тантуни Япиор. Тантуни Япиор. Ух, не кюзельман. Этот сучак пишемыш. Соотмадан гетримыш. Соотача. Пите соотача. Эспи Япиор. Пите соотача. O senin taktik baba. İyi. Senin taktiği uyguladım. Nasıl? Ha, sıcak sıcak. Kenarda... Ha. Kenarda orası baktım şey yok. İki tane kullanıyorsun aşkım. Bu mu? Veyer. Как это по-турецки, не знаю. Ah. Hmm.
Антони. En lezzetli yemekleri burada. Самая вкусная еда здесь, мангалда. Кюэди. Кесті қойдыңызан басын. Амлет емей посылды. Все будем кушать, хватит снимать. Şimdi biz çay içiyoruz. Oraya indim, adam durur balıyor. Sabah gelirsin sana in orada. Oradasın, ne şey var. Orada da bekliyorum ama. Какой вкусный виноград, изюм. Çok lezzetli, çok. Biz o gün çok bekledik. Naş izüm. Aradım, geliyorum amca diyor. 10 dakika geçiyor, yine bir şey. Gördüm amca, geliyorum. Песню спела. Смеялись они от меня. Друзья мои, уборка как закончена на сегодня. Все сделали. Попылесосила коврики, все убрала. Сейчас буду отдыхать. Скупалась. Даже все попылесосила. Ну, ой, что могу сказать. Наверное, сегодня я в 8 часов вечера усну. Вчера в 10 уснула, до 9 утра спала вообще. Вот оспалась. А сейчас вот так вот. Хорошо. Вот именно я так отдыхаю здесь морально. Здесь не такая жара, как в Мерсине. Сейчас бы мне было бы жарко в этом, а у меня я чувствую себя прекрасно. Может, на улице будет жарко, но здесь хорошо. Анем не. Не буду на анемчик. Доматес. Ой, какие доматес на гюзель тазе. Дебир джаджиму бу анем. Бибер, аджиму? Хады ашким, хады ашким, ярдымджиет, панемчик. Бабаджим, да ярдымджиет пью. Баксы насыл коджам, ярдымджиет пью, а? Бехэб бирабер, аферин бабаджимсын. Я ваш ашким, я ваш. Как радуется. Урожай собираем. То планируем. Бу родовая масса. Родовая бедлежность. Burada ne babacığım? Bamya? Ben düşünüyorum bu ne farklı bir şey. Bamya. Hiç yemedim. Ama etle beraber yapıyorlar onu. Etle küçük köfte. Видимо, я немчик все делает, там в огороде возится. Видите, с папой. Пошли на вечерний этот осмотр. Вот так они и вечером. Она и поспала чуть-чуть. Так им весело друг с другом. Он там, она здесь принес ей эти веревочки. А здесь у нас в этой стороне картошку они посадили. И вот мы так делали. Орех есть, смотрю, виноград есть. И завтра я уберу, вроде, пенемашкам, бертаным. Ахшам да гельды, биргюн гечтык. А какой воздух здесь? Хавачок гюзель бурадачок. Изюм. Сейчас все душ приняли, скупались, сидит она вяжет. Гёстерсе не я пьёрсу оре, оре, оголь. Каптага. И мне связала жилетку, и этот носочки вяжет. Видите, какая? Папик. Кушаем семечки, ашкем тоже.
Да. Чекирдек йорус. Вы знаете, что здесь вот совсем по-другому этот. Вот мы поели в 3 часа, и кушать не хочется. Вот я вообще не хочу. Только фрукты там, как что-то мы жуем, чай этот. В общем, все, пока-пока. Спокойной ночи, моя нынчик вяжет, и это кайфует. Время 9:30, и уже я скоро отключусь. Пока-пока.